Добрый день, дорогие подписчики. Я только что вышла с Центрального районного суда города Тюмени, где завершилось слушание по назначению пенсии гражданке из Республики Таджикистан. Скажу вам сразу же, что дело я выиграла. Заявленные требования истца удовлетворили. Включили в страховой стаж 5 детей, рожденных на территории Республики Таджикистан. И включили более 15 лет на работы в Республике Таджикистан. Соответственно, страхового стажа и баллов данной гражданки достаточно. На территории Российской Федерации стаж выработан 12 месяцев. В связи с этим суд удовлетворил требования гражданки Республики Таджикистан, и пенсия назначена, с чем я ее и поздравляю. Скоро все подробности и большая часовая передача у нас выйдет с Сергеем Беляловым, и в которой я расскажу все тонкости данного дела. Все, всем хорошего дня!